«Танцы со звездами», юбилейный 10-й сезон. Мы ждем на паркете еще одну блистательную пару. Встречайте. Нелли Уварова, Евгений Раев. Ча-ча-ча. Нелли Уварова полюбилась телезрителям в роли Кати в сериале «Не родись красивой», а театральной публике как исполнительница главных ролей в самых серьезных спектаклях Российского академического молодежного театра. Философия Нелли – живи здесь и сейчас, а в работе наслаждайся процессом. Мне хочется сделать максимум ради вот этого удовольствия от самого движения, от танца. На паркете не будет жалеть ни себя, ни партнера. Я могу сказать, что я сегодня не спала. Тук-тук-тук. Привет. Привет. Женя. Нелли. Очень приятно. Я очень рад тому, что нам дали ча-ча-ча. Потому что ча-ча-ча, он такой очень раскрывающий танец, очень страстный. Супер-супер. Бам-бам. Раз, два, три, еще раз. И взлетаем. Танец меня опьянит, дает свободу. И сейчас это как раз и происходит. Высвобождение какой-то энергии, которая там была зажата. Хочется, да, чтобы это уже, вот понимаешь, вот это все уже, чтобы было в крови. Как да. будто я такая родилась, день, да? понимаешь? Я так родилась, я так ходила. Ощущение, что мы уже 100 лет знакомы, потому что есть какое-то сумасшедшее доверие к Жене. Профессиональный навык дает ему возможность сразу включиться в партнершу. То есть он меня держит не только за руку, он меня держит взглядом. Когда мы только начали вместе с ней танцевать, ей немножечко сложно было раскрыться, ну вот прям вот наружу какую-то эмоцию подать, страсть. Била туда, в стену. И в какой-то момент я от Нелли почувствовал, что она уже превращается в такую черную пантеру. Она уже такая, как хищный зверь, начинает танцевать, и это очень круто. Зритель привык ее видеть такой более размеренной, сдержанной, а тут на проекте я собираюсь ее изменить и показать ее совершенно с другой стороны. À celle que tu es encore souvent, à ton passé, à tes secrets, à tes anciens princes charmants, à la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi, à moi. À la folie dont tu es la raison, à mes colères sans savoir pourquoi, à mes silences et à mes trahisons, quelquefois, à moi. Au temps que j'ai passé à te chercher, aux qualités dont tu te moques bien, aux défauts que je t'ai cachés, à mes idées de baladin, à la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi. Ну, конечно, браво! Нелли, с 8 марта вас поздравляем. Дадим вам минуточку, чтобы перевести дыхание. Уважаемые члены жюри, ваше мнение насчет этого прекрасного, я даже не знаю, как его охарактеризовать, и романтичного, и... Да, в этих криках тонет даже мой голос. Ну а мы продолжим наше знакомство с участниками шоу «Танцы со звездами» после маленькой паузы. Это «Танцы».
«Танцы со звездами», 10-й юбилейный сезон. Продолжаем знакомиться с участниками и веселиться вместе. Владимир. Мне было очень убедительно, потому что все-таки был определенный шарм. Между вами было отношение, между вами был контакт, между вами была пара, партнершип, так называемый, с моей точки зрения. И то, что... И были тоже какие-то технические сложности определенные. То есть там шпагат в конце, поддержка непростая, которая была под риском, но все, так сказать, получилось. Общее впечатление у меня очень хорошее сложилось. Я думаю, что это хороший старт. Финальный аккорд удался на сегодня. Станислав. Вообще нахожусь под впечатлением, потому что с самого первого момента, наконец, женщина, не полностью в красном платье, но хотя бы в юбке, не ушла от своего мужчины. А вообще, спасибо стилистам, замечательный такой парижский флёр в этом костюме. И Евгения, и Нелли. Она с появлением на паркет сразу же, как только она прошла здесь, так могла бы только ходить. Она прошла, остановилась в профиль, я вообще замер. А ча-ча-ча было удивительный. Ритм точнейший, стаккатированный, баланс. Все абсолютно четко. Замечательное завершение сегодняшнего вечера. Прекрасный танец. Галина. Замечательный, прекрасный танец. Спасибо вам большое. Нелли, вам нужно танцевать. У вас очень хорошо получается. Я никогда не поверю, что вы не танцевали до этого. Поэтому вы очень заразительная, очень красивая, и вам это идет. Вы обязательно должны танцевать. Вам идет танцевать. Да. Не останавливайтесь. Николай. Ой, ну видите, как Станислав Григорьевич увидел в этом парижский флёр, а я подумал, что они представители какой-то авиакомпании. И очень как-то... Ну, во всяком случае, французская. Ну, я так понимаю, это же был танец стюардессы и стюарда. Ну, что касается танца, Нелечка, вы знаете, на удивление, у вас шикарное чувство ритма, что редко бывают у артистов драмы. И вы правда никогда ничего не делали? Я закончила музыкальную школу по классу фортепиано. Нет, это совершенно другое. Играть и танцевать, ритма. Поверьте, есть очень великие музыканты, которые не попадают в ритм, когда начинают просто дергаться. Вы знаете, есть музыканты, которые не попадают в ноты, когда поют. Это правда. Но мы таких не знаем, правда? Нет, это... Я даже туда не смотрел, вы что? Только посмей сюда посмотреть. Филипп, если ты сегодня не споешь левым... и не покажешь нам, как попадать в ноты... Если ты не протанцуешь и не натанцуешь, то ты... Этого не будет, пока ты не споешь, Филипп. Этого не... Хорошо, я подумаю. На удивление, Нелли... Вас открылся талант, причем, что, честно говоря, когда вы вышли, так не кажется, что вы можете. А на самом деле вы можете. Спасибо, Николай. Просим вас пройти на скамейку Дарье Златопольской и Филиппу Киркорову. Я вас поздравляю. Поздравляю с 8 марта еще, Нелли, да? И с потрясающим танцем, и с какой-то еще новой Нелли. Она блистательно играет в театре очень серьезные вещи. Я видела в нескольких работах, и это просто совершенно вот другая актриса, чем, например, мы видели в кино. И сегодня я увидела еще третью Нелли. Ну, знаете, можно мечтать о чем-то, да, как я в детстве мечтала заниматься танцами, бальными танцами. Но мое детство пришлось на очень неспокойное время в Грузии, и, в общем, было не до танцев. И вот сейчас, когда мечты, в общем, исполняются, я, конечно, не была землячка? Уверена. Вы моя землячка? Я из Тбилиси. Все, ваша участь решена. Надо было с этого начинать. Это Маржиросян, почему ты молчал? И для меня открытием является то, что вот мечты, в общем, когда-то сбываются, может быть, не сразу, но вот и даже должно было пройти много лет, чтобы вот так вот взять и впустить себя в этот мир танцев. И мне очень нравится. Мне очень нравится. И нам как нравится, Нелли. Спасибо за то, что ваша мечта сбывается здесь у нас, потому что
действительно, это так точно, что если ты как-то правильно живешь, в каком бы деле ты ни стал, да, существовать, твои мечты, твои желания, они в какой-то момент обязательно сбудутся, может быть, совсем не так, как ты предполагал. И это потрясающе. Да. Женя, я знаю, что я помню, что да. В прошлом сезоне твой дедушка очень болел за тебя, отправлял СМС в огромных количествах. Скажи, дедушка сейчас уже у экрана? Обязательно. Дедушка мало того, что сам отправлял СМС, он еще ходил в мою школу, школу, где учился Женя, и там я, да. всех подговаривал. Да, так я пришел вот в школу как раз где-то полгода назад, специально приехал в Петербург, и меня все там такими открытой душой встречали, говорили: «Жень, мы за тебя болели, твой дедушка», директриса мне сказала, «твой дедушка приходил и сказал обязательно голосовать за Женечку». Поэтому... Можно я добавлю буквально два слова? Дело в том, что я совсем недавно познакомилась с Женей, и мне предстоит узнать его, наверное, получше, попозже, но... А я надеюсь. Но я уже... У меня есть ощущение, что я знакома с дедушкой, потому что во время репетиции регулярно звонит дедушка, и Женя не всегда отвечает на звонки, уважая мое время, но... В отношении дедушки он говорит: «Прости, это святое». Я всегда слышу: «Да, дедушка, я репетирую, я тебе обязательно перезвоню». Это потрясающе просто. Огромное, напомни имя, отчество дедушки. Борис Владимирович. Борис Владимирович, огромное вам спасибо, что вы снова с нами, что ваш Женя снова с нами, что он опять на этом паркете осуществляет мечты и своей партнерши, и всех женщин. 8 марта. Не могу вас поздравить, к сожалению, с женским днем, но поздравляю всех женщин, которые вас окружают, потому что я думаю, что им уже повезло, что они рядом с таким мужчиной, как вы. Даша, а сейчас вся страна прильнула к экранам, чтобы узнать оценки, потому что они будут итоговыми на сегодня. Это последняя пара в эти два праздничных дня. «Танцы со звездами», канал «Россия». Оценки прекрасной паре. Владимир. 9. Станислав. 10. Галина. 10. Николай. Несмотря на то, что ты скрыл, что Нелли моя землячка, а не твоя. Я не скрывал. Нет, ты скрывал. Я не скрывал. Я, если бы она родилась в Ереване, ты бы сразу бы сказал, понимаешь? А так ты скрыл. 10. Вы представляете? Это же это чудо! Смотри, 39 результат. Баллов! Браво! Я надеюсь, я даже уверен, что Борис Владимирович сейчас ликует у экрана. Молодцы! Друзья, это была последняя пара на сегодня. Они набрали максимальное количество баллов. Я вам хочу сказать, что это пара за два дня. Сегодня и вчера. Это лидеры, это лучшая пара. Да, я вас поздравляю. Спустя всего несколько минут, друзья, мы узнаем, кто из участников пройдет в следующий этап нашего шоу.